Кража личности. Так в двух словах можно охарактеризовать то, что делают с человеком тоталитарные секты. В той или иной степени его изолируют от близких, могут убедить отречься от родителей в пользу местного гуру, друзьями становятся члены организации. А далее все зависит от поставленных целей. Можно забрать имущество, объяснив, что истинное благо – работа за еду. Можно отправить воевать человека, который еще вчера был ярым пацифистом. С развитием современных технологий и ростом стрессовой нагрузки по-своему уязвим практически каждый. Во-первых, образование просвещение. Во-вторых, стараться ближе быть и больше смотреть за своими близкими. Если видишь, что человеку плохо, если видишь, что человеку кризис, что ему некому протянуть руки, необходимо помочь, не откладывать это, потому что если ты не поможешь сейчас, могут найтись доброжелательные незнакомцы, которые предложат помощь и утащат его в секту, и вы даже не заметите как. И, конечно, в случаях очевидного деструктива и нарушения прав человека необходимо писать заявление в правоохранительные органы, чтобы действительно можно было возбудить дело против организации. По словам сектоведа, такой механизм защиты сегодня реально действует, тем более, что есть культы откровенно антигосударственные, террористические или с элементами экстремизма, проповедующие превосходство определенного народа. Александр Дворкин действует с позиции православного христианства. Его пригласили анапские священнослужители. Как рассказали организаторы встречи, в Анапе тема деструктивных культов актуальна. Верующие, которых пригласили приходские батюшки, нашли лекцию полезной, особенно для молодежи. Михаил Мелешко называет себя материалистом, а встречу узнал от друзей. Говорит, что всегда приятно послушать хорошего оратора. Я думаю, что любая религия и христианство, как сказать, доминирующая русская, просто обязана иметь сектантов. Не может она не иметь сектантов, потому что каждая жизнь культурная характеризуется каким-то критическим к себе отношением. Можно ли назвать это сектантством? Я не знаю. Но борьба с сектантами тоже обязательно. В зале рассуждали и спорили. Поклонники йоги не согласились с тем, что она вредна для духовной сферы человека. В свою очередь, Александр Дворкин призвал, как он выразился, не видеть во всем сатану, когда зрители заговорили об изданиях, которые специализируются на мистике. Он также отметил, что центральной идеей сектантства может быть что-то вполне материальное. Есть примеры так называемых коммерческих культов, когда их участники вовлечены в продажу чего-либо, часто бесполезного, ставя сам процесс выше прибыли. А в повседневной жизни он порекомендовал не делать культа из потребления, когда человек живет ради вещей.